Татьяна Лепницкая вспомнила о своих отношениях с человеком, который зарабатывал миллионы. Она отметила, что ее симпатия к нему была искренней, несмотря на его богатство. Татьяна подчеркнула, что их отношения нельзя считать исключительно корыстными. «Мне нравился парень, мне было приятно проводить с ним время», — поделилась она. Она также подчеркнула, что в то время была свободной девушкой и не видела ничего плохого в отношениях. Татьяна открыто рассказала об этом в программе «Шоу Воли» на ТНТ. Певица выразила свои чувства и мысли о событиях того периода своей жизни.